Развитию торговых отношений между странами способствует не только сотрудничество на государственном уровне. Немаловажную роль здесь играют и региональные связи. Понимание этого и стало причиной встречи за круглым столом руководства района и директоров предприятий с представителями посольств Казахстана и Словацкой Республики в Беларуси, деловых кругов Украины. Экономический потенциал Мозырщины богат и разнообразен. Сегодня им заинтересованы многие страны. Так, для Словацкой Республики это туристическая сфера, сельское хозяйство, инвестиции в производство с реализацией продукции на третьи рынки. О сотрудничестве в рамках Таможенного союза говорил чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Беларуси Ерлаги Булигенов. В частности, было отмечено качество, а следовательно, конкурентоспособность белорусской продукции. Украинскую сторону заинтересовали предприятия «Беларусь-Кабель» и «Мозырские молочные продукты». А как отметил президент Житомирской торгово-промышленной палаты Андрей Михайлов, сейчас в разработке у них более 80 инвестиционных проектов, и Мозырский район имеет все шансы как место реализации некоторых из них.